Гневу убить, а рана, блядь, ран, манекен, блядь, гнев, манекен. Ран, не манекен. Я по времени ограничен. Не, ну как не манекен, блядь, силы отдавать, силы, все. Два паладина есть, два хуба есть. Гимн хп есть. Это вся хуйня, сейвы это хуйня, все. Там беготня правильная нужна, блядь. Куда, блядь, вправо двигаешься просто и все. Разморозить людей, разморозить обморожение. Не, ну это понятно. Ну, а во время зимы еще, когда летят косты, блядь. Ну, рано не будем траить. Мы сегодня убиваем смотрителя, в следующий раз приходим, убиваем гнева и траим копыта. Пока копыта не убьем, мы на рано не пойдем. Потому что мы, блядь, на копыта уже немножко это освоились, надо его добивать. Значит, сейчас потраим рано. А сколько процентов лучше траить? Что? Сколько процентов лучше траить делали? Да, хуйня там, где-то 60-65. Нихуя себе хуйня, блядь. Ладно, там процентов 20, блядь. Ну, такое, типа 60%. Но мобильный... Я говорю, что мало. Так дело не в том, что мы, типа, не отхилим или еще что-то, просто мы не понимали логику, почему кидается, блядь, комната на людей, которые недалеко. А потом нам объяснили, что те, кто семечко, на них не кидается. Мы об этом никак не могли узнать, потому что нигде об этом не написано. Так нет, на вас комната кидается. Почему? Потому что у вас РДДшник стоит близко с миликами, либо еще с кем-то. Нет, если РДД полутал семечку и первый, и второй, то их не кидает комната, кидает рандомно. В таком семя, а на того не кидается комната. Да, но как я об этом должен был узнать? Видишь, он знает, мы не знаем. Да. Кто тебе это рассказал, то, что она не кидается? Снег. Ну, я с X1, типа, РЛ эту кару ебущую, блядь, Ну, просто согласно путеводителю, такой хуйни нет. Там и ты, блядь, догадываешься сам. Там дохуя что не пишут, нахуй, не договаривают. Меня просто вот это раздражает, что ты вот, допустим, новый игрок пришел на сервер, ты не шаришь за тактики, но ты, типа, не тупой, читать умеешь. Но пока тебе другой человек не объяснит, как это работает, ты никак не узнаешь, блядь. Ну да. Кольцо, ребята, всем нужно это, которое с смотрителя РДДшное? РДДшное? РДДшное кольцо, которое с Рукуба. Конечно, надо. Да, чё, навара не зайду, блядь. Тогда штаны мои, блядь, на танке. Ну, да, они тут никому не нужны. Штаны, да. А когда, получается, до проноса ходить сделать? Ну, сейчас убьем смотрителя, там решим, как всем удобнее. Просто гнева тогда пойти убить, хули он манекен, блядь. Ну, убьем в следующий раз. В чем проблема, он же манекен. Я вот полика спекнулся, блядь, три прожимки, 4 у меня есть. Купол, блядь, зеленка, блядь, щит. Ну, у нас танк без прожимок не умирает. Мне сегодня танчить пойду блокером, блядь. А ну, Байбанова. В тот раз в среду танчил, не убили, блядь, разошлись, сука. А ты на варе пойдешь? Не, паладин. Ты там видишь, тебе надо под блокера там давать, блядь, чтобы город не проебали, блядь. И соответственно, блядь, под каст гнев небес отдавать. Блядь, каст гнев небес, КД 30 секунд. Я его просто пока даже не вижу. Поставить холипала рядышком с тобой, чтобы стоял. Нахуя? Чтобы отдавал второй гнев небес. Диминишинг все равно не попадется. Диминишинг? По-моему, 25 секунд диминишинг. Я не помню, сколько мужика, но типа вот мы когда убивали 50-50 типа. Мы делали так, короче. А холипала у меткости не нужна? Чем на гнев? На гнев небес нет. Гнев вроде всегда попадает, говорят. Хотя может и промахивается, хуй знает. Может, а на копыта у вас ретрики и холипал меняют глифы на гнев небес? Ну, нам хватает двух паладинов, в чем проблема? Ну там скорее всего... Мало в рейде, не успевают. Скорее всего логика в том, чтобы гнев, символ на гнев ставить, в том, чтобы меньше эти пидоры кастовали, вот в этом логика. Так нет, они так и будут кастовать, типа, когда вас они сначала не кастуют, как только у вас умирает один бес, они начинают кастовать. И тот человек, на ком семя, я так понимаю, что вы умираете от семя, правильно понимаю, то, что на вреде ебашит и все? Нет, мы умирали не то, что на семя, а то, что в комнату, я же говорю, закидывал тех людей, которых не должно было. Семечко мы разобрались.
Нет, но вам еще нужно будет, смотрите, на ком висит семя, нужно будет внимательно это смотреть. И под того, как вы беса убиваете, бес лопается, типа, и дает аурон по рейду, блядь. Соответственно, у нас не дамажит весь рейд, у нас так рейд расположен, что получают урон только милики. Так это понятно, если на милике семя, твой абсорб, допустим, не спасет, потому что нет еще такого гира, который у тебя будет там, блядь, 5.5к СПД, блядь, анбаф. Вот, что абсорб еще раз? Я говорю, смотри, почему берется ДЦ на копыта? То есть, я понимаю, почему. Но ну, кидаешь вот ты ему щиточек, когда на него семечко только кидается, и все. Да, но суть в чем? То, что когда вы начинаете добивать бесов, и когда у них остается мало КП, каждый бес взрывается, ребят. И с этим семечком, на ком оно семечко висит, нужно отходить с рейда, дабы, чтобы не вышло два больших беса. Да. Ну, не знаю, видос смотрел, челы с ДЦшниками кидали щиток, и он выдерживал, типа, не взорвался. Ну это, блядь, какой там приз был? 260-й, нахуй, доначил? Да нет, обычный приз. Ты тут сейчас даже 260-го ты не соберешь. Ну сколько, я не знаю, там где-то 250-й он был. Да у нас все трамбы в комнатах, нахуй. Я вот ходил, у меня приз знакомый есть, 259-й доначенный фул. И хант, типа, 261-й хант. Как ник приста? Митриэль. Ну, прошлый трай у нас не лопали щитки на семечках. Хотя я не скажу, что я какой-то охуевший ДЦ, у меня шмотки плохие. А вот на том, когда, я ходил в арм, типа, у меня была с этим проблема. Типа, я просил людей, чтобы они убегали на ход. Ну, вот сейчас убили. Прошарили. Смотрителя, который ядовитый, по кругу валить, или я могу стоять просто на месте? По кругу? Как ты будешь на месте стоять, тебя шотник? Почему шотник? Я на 9 стаках зеленку нажму, у меня скинется стак. Не, не те стаки, а лужи. Лужи по 10 тысяч добавил. Да не шотник, нихуя. Ты чего там, лужи же 10 тысяч. 10 тысяч она тикает, типа, вообще что не будет. Так это не ФСБ прохиливать. Продигурси. Не, просто смысл стоять, типа, если можно бегать. Да, что нас дамажит, понять не могу, блядь. Шепа. Ты же снять мог Шепа, блядь, Коша. Он даже баблом не снимает. Сова, дай дигурс, татанку, сова. Первый смотритель электро. А я-то уже сгонял. Ну, я по таргету просто говорю. Продигурси танго, пожалуйста, блядь. Панидов, иди дальше впритык к стене. Хожу на тебя. Ну куда? Не, ну нормально. Бля, что так долго бьем? Пиздец. Или лям, ебать. Уже 5 точно. 3400. На ком метка? А, вижу. Коба. Степанида к стене. Как говорила моя бабушка, смолить их стенки становить. Твоя бабушка была СС-офицером? Нет. Она просто работала крановщицей, и там много таких контингентов было, которые всякие выражения такие использовали. Всякие частушки, там, песенки тюремные. У меня еще не смешной прикол, да, получился, ведь? Смеялся. Не, не смешно. А, кто-то лопнул. Да, лол, ебать. От разрывной шутки сразу умер. Как в Ведьмаке, блядь, чтоб ты лопнул. Смотрели? О, сериал-то вот этот? Да не, блядь, в книжке это было. Жаль, Шмон, ты любишь шмотки, иди, он плащ поднимет. Тут дело. Второй сезон пиздец, помойка Ведьмака.
Мне вкатило про ведьму в избушке. В книгах такого, в принципе, не было. Ну, ясен хоть, что не было. И мне понравилась, по сути, только первая серия самая. Потому что она по канону, и она охуенно сделана. Какая? Где этот? Как ты скажи мне, блядь. Нивелин. Нивелин, блядь. Да хули по канону, блядь. Тоже там такого не было, блядь. Там другая совсем история, блядь. Он там к нему один сходил, без Цири, блядь. Но она хотя бы похожа относительно, а то, что дальше пошло, это пиздец. Да мне больше Фрингилия напрягает, все остальное заебись. Ой, этот трэш прямо очисти, нет? Да. Да-да-да. И эльф, нахуй, негр, ебать. Сука, ебать, эльф-негр. Эльф-негр, блядь. Сука, я ебу. Ну как, блядь, до этого можно было додуматься? Это как этот... Ахиллес негр, ебать, это вообще бомба, блядь. Иисус вообще негр. Вообще первые родились негры, блядь. Слышь, а ты смотрели фильм «Догма», нахуй, там этот негр, нахуй, ну, с неба упал такой, апостол, типа, какой-то. И такой говорит, ну, сидят у костра, все там. Негр был 13-м апостолом, а ну, богом была нет. Женщина. Это похуй. Ну, и он говорит, Иисус не белый, Иисус говорит, негр, нахуй, ебать, я выпал. А когда челик, дерьмодемон из толчка вылетал, нихуя видели? Пиздец, ты впечатлительный для фильма. Тоже негр. Нет, ну он шоколадный такой. Не чувствую, тебя сейчас порвет нахуй. Сначала его... Забанят одного, лох, пожалуйста. Они тут дамажат хуйню, чё её банят-то? Фу, хуже, кто, блин, пёрнул? Дикий Боб, это ты? Бля, я чувствую, как ты эти истории готовишь каждый день. Бля, скорее бы рассказать нам. Я просто записываю, это ждет времени. Ебать, почему все так думают? Странная хуйня. Ну ты так реагируешь просто, у тебя, блядь, возбуждение, я хуй знаю, как выпускно, блядь. Ну так ебать, нихуя. Ты видел этот фильм вообще? Короче, у Войда есть... У Войда, короче, есть дискорды всех гильдий. Он утром, когда просыпается, с кофе сидит и листает и смотрит, блять, в какую гильдию сегодня рассказать нам прикол какой-нибудь. Он также в гильдии проверяет свой прикол. Его уже не пускают, наверное, в дискорды. Ой, блядь. А он еще, знаешь, типа, столько много гильдий, он иногда забывает, в какой гильдии какую историю рассказывал. Почему? Он блокнотик записывает, где он что рассказал? Там был блокнотик на первые три раза, а потом перестал записывать, понял? Ты думаешь, он на работу на сутки ходит? Нет, он ходит, целые сутки составляет список того, что рассказать. Я знаешь, что писал? Другой гильдии ходит. Я на сутках сидел, знаешь, что писал, блядь? Я не мог раздуплить, какой дамаг у этой, у фамильяров на X4. Типа, почему-то там, ну вот 6 тысяч, которые там написаны, путеводители, это наебалово. Потому что если их скалировать на 20% каждый раз, то типа там ебать. Из комнаты там... выйдете. Там на 8 стаке нахуй уже 40 тысяч будет прилетать. Это нереально нахуй. То есть там какой-то меньший дамаг. Начальный. Или процентовка другая. Ну я 10% пробовал. Скорее всего на 20 у него скалируется не каждый раз новый урон на 20, а от базового на 20. От базового. То есть у тебя не мультипроценты идут, а только базовые. То есть аддитивно, а не мультипликативно, да? Да. Ну если так, надо пересчитать. Бать, великолепно. Ну что, живой? Ладно, я пока добегу. Сейчас задамажим. Кто-то разъебал вас? А уешь? Или это шутка была, хрен? Кира, ты тут? Тренер вышел. Да? Кто такой тренер, блядь? Это тренер. Тренер. Шестой игрок. Шестой игрок. Батя, мы на него обиделись вчера. В доте? Да. Но на него вчера вообще не обижались. Я думал, мы сегодня на него обиделись. О, перезагрузка 20 минут. Можно успеть убить? Да, с первого трая. Ну, 3 хила спекнем, все гарантированно убьем.
Ну, если Степанида не затрайхардит, то да. Сразу нет. В три хила пойдем, да? Да. Перечу. Да. Блять. Он отагрится, бегите. Ну, нормально. Добегут не все, ну ладно. Добегут не все, ну. Не только лишь все могут смотреть в будущее. Не только лишь все добегут, блядь. Что-то он не хочет отъебываться. Но и не все добегут. А, бля! Ой, блядь. Надо ж Геру смотреть. Блядь, ебаная. Плечо с критом, блядь. Посох. Второй посох забрать, ой. Что? Охуенно. Мы локу уже еще посох не отдали, да? Угу. Да я уже всем, кому возможно, блядь, пораздавал этот посох. Единственный толк пока с Женей. Странно, что ты такие лестные слова говоришь. А так с меня что, нет толка, ебать? Я не увидел поднятие твоего ДПСа. Как это? Мы же манекена еще не били. Блять. Женя, он отагрился. Я не по манекену, а по боссам смотрю. А я умер уже. Не-не-не, ты прошел лестницу уже? Боссом, блядь. Да. Ты про Кару? А, ну все, здесь пройдешь. Да. Да хули это ебаные боссы, на деве, блядь. То БР, да, то Иннер, нахуй. То хилить, ебать, когда сдох хил. Вообще больше стало, блядь. Ну там незаметно, хули там на 100, на 200, блядь. Хуя себе, там с моим, блядь, посохом разница охуевшая была. А ДПС где-то на 500 сразу подрос. Больше. Отойду. Так, у тебя же какой-то вообще говёный там был, 230. 232. Охуевшее свечение. Бля, сагрилось. Заебал этот привидение. А, вроде норм. Надо уметь огреть. И, блядь, начали со всех щелей посохи падать сразу, блядь. О, а хламобот или джипс есть? Нет. Бля, да ну нахуй. Хожу, у тебя ж вроде был, да? Не был у меня никогда его. А кто вначале ставил, когда мы заходили? Кто-то ставил. Вон стоит. Вон он стоит, ебать. Без палева, кто-то Степанида может закидать. Из кармана достал нахуй. Так, ну три хила, получается, мы не сдохнем, да? Угу. Ну если закрывать будете. Хилам похуй. Надо пацанам, блядь, видео скинуть. Лока, у тебя нету чарки этой, которая с... наружу, блядь, с острова? Я не покупал никакие с острова. Естественно, 7 косарей стоит, охуеть. Что только, за чарка? Только уже не можешь проверить. 91 или сколько там, блядь? На посох? Я не брал. Нет, на одноручку. 91 или 97. Нет, на посох 110, по-моему. На посох 121, на одну ручку 91 или 97. Вот, да. Нет, я сейчас не смогу купить ее даже. Не, просто спроси. Так, что, залетаем? Пока меточки поставлю. Кто это, блядь, такое, нахуй? Я тут. Да сука, блядь. О, Локал, у тебя есть эти меня, которые там в пятером юзаешь, нахуй один дохнет и демон вылезает? Да, есть. Кстати, хожу, ты же можешь в гильде смотреть, у кого какие профы, и посмотреть, есть ли у них, ну, шаришь, когда? Нет, да это я понял. Ну, а что ты, он не профитный, да, получается, слышишь? Локу. Чего? Вот этот демон не профитный, нихуя? Ну, от него вообще смысла нет. В смысле, он, ты его не приручаешь, что ли? В какой-нибудь классике, возможно, он был бы классным. Точнее, был сейчас, у него смысла нет какого. Но профитнее просто беса держать при себе. Ну, ладно. Потому что он тебе никаких бафов ничего не дает. Бес тебе в дестрике 5% дает ДПС, плюс увеличивает твой. А тот просто дамажит. Так, что там первый электрический после арка? Ну, в электрическом локал покричишь, кто там будет молотки кидать. Рэндж набираем сразу, РДДшники. Набираем рэндж, милики. Я вам метку сейчас поставлю, вот сюда бегаете, босс танкуется, в квадрате стоит.
милики, я буду кричать, и сами тоже на себя смотрите, на ком добав, сразу отбегайте. Вот. Ну и, в принципе, все, сферу заламываем, выпадает кому баф, тот сбивает аннигиляцию. У кого есть баф, но босс еще не кастует, просто бьете босса, на сферу забиваете. Все, мы убиваем первого босса, выходит Poison. Мы встаем, ну, например, электрический, этот, блядь, яд. Встаем все в квадрат, танк ходит вокруг нас, РДДшки убивают. Если выходит Аркан, танк становится в этот, блядь, в трусы отсюда. И танкуют босса, милики вот так вокруг него стоят. По РДДшникам на Аркане, но от стороны Луны у нас стоит Хожу. И стоит Аркрайт. Со стороны звездочки стоит Локал и Монки. Мы стоим хилы сзади квадрата. Вот здесь вот сейчас наметку поставлю. Мы стоим в черепе. Ну, в этой зоне примерно. Если что, я бегаю на звездочку. Локал, ты бегаешь. Ой, блядь. Войд, ты бегаешь, если что, на Луну. Все, услышали? Рыбу ставлю. А на подстраховке кто? Если 4 будет. Шепард, если что, нажимаешь спринты, если там начинают что-то орать, где-то много, блядь, сфер. Нажимаешь спринты, бежишь помогать. Шепард в курсе, о чем говорят? Шепард был уже, что-то с нами. Почему Шепард, а кто будет справа от босса закрывать от спины? Ну у вас кто? Пусть бегает. У нас милишники, только я и Шепард. Ну мы по 3 можем. Нет. Если ну, смотрите, я могу на танке закрыть ближайшую, типа, прям да, разберемся. Тут всего их 6 падает. Если 4 в одну сторону упадет, в милизоне их не будет. Давайте быстрее, 13 минут. Давайте, что там, готовы все? На край поешь, поехали. Про ранч сейчас не забывайте, 12 ранч. Сейчас поем. Да, напишите себе ранч. В квадрате, да, этого первого дрока? Да, в квадрате бегают в крест. На пол висит. Нажми так, таймер. Даю счет. Да. 5, 4, 3, 2, 1. Дебаф Аркрайт на тебе, смотри, чтобы рядом никого не было. Сфера появилась, сфера играем. Коба, дебаф, Коба. Быстрее да. Сферу, быстрее сферу. Монки, сбивай. Успел? Сфера появилась, да, успел. По сфере быстрее играем. Войд, дебаф. Шепард, сидишь на боссе и ждешь, когда скажу. Шепард, дебаф, Шепард. Прожимай. Шепард, блядь, поздно прохилили. Че меня хуярит? Шепард тебя хуярит, блядь. 10 раз сказал. Дай БР. Да, бля, Войд. Прохожу, ты на боссе сидишь. Быстрее, сфера. Дай рот ебал, блядь. Дайте еще БР. Хожу, сбивай. Монки, ты следующий. Скиньте баф. Я следующий. Локал на тебя дебаф. Кто поймал? Хожу, поймал. Хожу, ты после Монки. Монки скажет, когда собьет. Шепард дебаф. Я собью. Сбил. Я следующий. Хожу, ты следующий. Шепард, ты пока держишь, пока не скажу, не будешь сбивать. Коба дебаф. Ага. Коба тоже ждешь. Да блядь. Хожу твое, все отлично. Шепард, ты следующий. Коба забегаю. Войд дебаф. Аркрай дебаф. А сферы будем бить сегодня, нет? Шепард сбивай. Шепард. Коб. Да ладно. Коба у тебя осталось? Да. Хожу, дебаф. Коба, ты следующий. Все отлично. Монки, ты после Коба.
В босса играйте 3%. Монки твое. Пропало, пропало мне. Монки, ты сбил? Да, Монки, да, я тебе добав Монки, смотри внимательно. А, Warcry это я. Сейчас поменяется. Poison стали в квадрат. Танк в воде. Бля, прохиливаем. Ребята, если лужа криво будет, противоположную сторону приведу. Блять. Волк, блять, волк умер. А не один. Опа, дай, пожалуйста, мне сальву. Шесть процентов осталось. Я вижу, я хочу его перевести туда, блядь. Ну там лужа, блядь, я поставлю его, скорее всего, в хвестик, ребят. Либо в трусы. А чё, не пропадет лужа? Просто противоположную. Череп поставишь, просто противоположную. Если что. Они ж пропадут, да, кстати. 2%. Готовимся. 1%. Вот перевелся. Почти, блядь. Чё я пижу? Что ты перевелся? Вставай, куда на тебе удобно. В череп вставай тогда. То же самое все делаем. Чё, БЛ даем? Да, БЛ, давайте. Шепард, моя всегда слева от спины. А лужа до сих пор дамажит. Все, уже нет лужи. Руны через 3. Руны пошли. Я звезде закрыл, 3, еще одну звезде. Сипанида, иди сюда быстрее. Блядь. Женя, ты свою закрой. Ну, блядь. Нахуя ты вот... Ладно, пусть с ним хильти в 2 хила. Так у нас БР же есть, нету? Нет. Че, кого-то БРили уже? Да. Сдашь на следующий раз ДК прожимку? Блять, я только что сейчас создавал. А, хорошо, да, Степанида стянешь. Степанида, стягивай. Монки, Монки, здесь зак... Ладно, Степанида, закрывай. Там по 2 человека в руны-то, блядь, забегаете. Я же говорю, то, что вы ебашите в щелку. Да все, ок было. Только у нас руны только убивают. Так понятно, потому что вы бурстите в щит, блядь, и у вас ебашит руны плюс щит. Просто нужно было, Степанида, тебе остаться на хилах. Локу зачем сказал ему бежать? Я же сказал, что я буду лошадь в сторону бегать. Потому что он был ближе всех, а там, где стояла руна, которую ты должен был закрыть, там никого, кроме тебя, не было. И никто бы туда не успел. Мне же хилам сказал, остановитесь, блядь, за босса. Грузку или чё? Да, подождём перезагрузку. Быстро. Я уже был готов лут скринить на всякий случай.
Я поломался, потом починюсь. Аркрайт, я всегда бегу в дальнюю, так что ты не это, если чё. Ну, тебе проще с прыжком. Ну да, и это смысл. А нет, это он пишет, что каждые 10 секунд накладывает щит. Ну там от щита 7 тысяч влетает, и от этого 10 тысяч от руны. Типа хуйня, все изи прохиливается. Давай посмотрим полученный урон. Так это то, что у вас написано, это похуй, ребят. Чё похуй? То, что написано путеводителя, типа там... Какие уроны смерти смотрел, а не путеводители? Смотрите, а. Получается, тебе струн влетает где-то 1015. 10 тысяч струны. А? 10 тысяч мне с руны влетело и 7 тысяч с взрыва щита. Я посмотрел сейчас. Так это плюс абсорб еще. Считайте. То есть, ну, это влетает 25 на. Ну я по факту говорю. Почему? В смысле? Я не понял, как ты абсорб посчитал. Ну так ты посчитай то, что у тебя ДЦ еще хилит. То есть ты в щите-то по-любому должен стоять. Ну полученный урон-то он полученный. Неважно, был у меня щит или нет. Всего 17 тысяч влетело. Так, а как тебе тогда, блядь, шотнуло, если у тебя, блядь, все получается? Ну, не фуха пропал. Тайная руна, вспышка тайной магии, блядь, 12576, нахуй. 2580 сапрон, блядь. Потом, конвертер энергии, это что за залупа? Это щит? Это щит, да, ебашь. Конвертер 7500, нахуй, 1500 сапрон. А потом, волшебный уничтожитель, это что такое? И это прилетело, блядь, то, что он кастует еще во время этого. Там 7к где-то, да, плюс-минус? 10 тысяч и 2000 сапроты. Ну вот, я тебе и говорю, блядь. Это, учитывая с абсорбом, у тебя вылетело 17, а если учитывая... Абсорба там я не видел вообще, его, видать, щит уже съел. Вот, поэтому я и говорю, то, что просто не ебашьте в щит, когда он кастует, и все. Ну, путеводитель пишет 12500, это вполне правильная цифра. Случайно... Да, трем случайно выбранным противником. Так, 12500 это чистый урон у тебя получается. Итого, если считать, плюс абсорб где-то, ну, десятка влетит, блядь, плюс идет каст, нахуй, если, блядь, у него хил упадет, ну, шот. Абсорб 1010 у ДЦшника. У меня впустит, нет, пизда, блядь. В тот момент... У меня игра нафиг стала колом, и даже вся винда колом стоит. Ебучий тренер, блядь. Там включили сервер или нет? Да. Я не понимаю, я даже, блядь, не могу диспетчера вызвать. У меня... Типа я вас слышу, все окна работают, но с панели не могу работать нихуя. Что за хуйня? Вовка, блядь, зависла и комп встал. Тут, кстати, ядовитый первый. Ёбаный урод. Кстати, да, поменялся на поезд. Что запомнили? Мы каждый раз нахуй приходим, мы смотрели, каждый раз ребут кой уже третий раз нахуй подряд. Это уже, блядь, смешно нахуй. Чё за призвука нахуй, алло? Зод тебе подложил, блин. Чё-то вирусно. Подкинул. Ну, подряд, в сервисе какая-то проблема. Кузина, я, конечно, на перезагрузку пошёл. Во всем виноват тренер. У меня, блядь, даже на выключение с кнопки не реагирует, блядь, зажимать еще надо будет, пидораска. Не пустила.
Ну, по сути, типа, мы сейчас его убили бы, блядь, если мы два БР, блядь, в Редрика не проебали бы. А как у нас Редрик умер два раза? Рога не выносил проводник. Не, ну первый раз не вынес, второй же, блядь. А во второй раз я встал, когда проводник кинулся в друид. А, понял. Thank you.
Че, разъебем этого пидора уже? Ебучая дыру, сука, мне компьютер сжигает. Бля, как я сюда залез, ну? Да сложно сюда залезть. Нет, я залезешь. На статую? Там, да, тут туда, прям пиксели лютые. То все, блядь, умеют залазить. Я... Не на статую, мне прям на повезло. Колонну. С первого пола залез сразу. А, во, все. Там с разгона чуть-чуть. Нет, наоборот, не разгон. Тут. Суманете? Пиксель нужно поймать. Не желаете? Ставлю. Я думаю, нет смысла стопать. Мы, в принципе, все эти прохили. Сейчас, когда суета просто началась. Смотритель пон. Пон, ебать. Пон, понял? У меня племянник говорит пон. Точно. Понюшка там. Фонки спрызут уже. Пить настой или нет? Ну, алкаш не пахнет. Ну, вообще, сапрот выпей, он там хуйню стоит. Сколько там? 115 голд, наши копейки. Выпейте сапрот. Поехали. Сейчас посмотрю, у всех все есть. Ешь, съешь рыбу, выпей настой. Да, это, блядь, дыру с меня компьютер сжигает. Бахни, ну стой, да поехали. Чё, вы всем встаньте в этот, в синюю метку, сейчас поизон. А, ядовитый, который? А чё ты сагрил? Да. Я говорю, выпей настой на сапрот, тебе он много даст очень. Дай сальву, пожалуйста.
кого-то рекол ввел. Четыре процента осталось. Один процент. Все, вообще перефаза. Арканический. Аркан. Бегаем по сферам. Уводи вот в печеньку. КБЛ или что? Да, все, давай. Там облако. Честно, норм. Руны. Руны. Монки дальний, закрой, пожалуйста. Все, еще раз типа не достанешь. Руны. Отстой. Я здесь закрыл монки. Там, на луне. Все закрыли. Блять, хожу, не успел. Встать есть? Давай. Я что-то затупил, не хильнул. Типа не достяжку не тратил. 5. Ну, сдашь в любом случае, если тратил даже или не тратил. Руны кастуют. Стою на руне. У нас в трусах. Типа не достине. В трусах одна. Нет, зади. На следующий свой прожимки отдавайте защитные. Да как откатится, тоже скидываю. 5 секунд. Руны. В трусах еще одна. Вдвоем зачем? Закрой. Процента. Один. Руны кастуют. Добьете. Все перевели. Nice. На рейндж набрали. Рису. Давай, вставай. Рейндж держим. Хожу на тебя добав. Отойди, если кто-то рядом с тобой. Все, свечнулись. Хоба добав. Быстрее. На ком? Аркрайт, сбивай быстрее. Аркрайт. Блять. Ну ладно. Похуй. Слишком медленно первую сферу. Слишком медленно убиваете. Фокусите да. Ее. Прям да, вот, первую, прям первую там зергать надо, пиздец. А фокусите. Чё, ребят, у вас 21 уровень гильдии? 24. А я в смысле того, чтобы я-то выжил, могу резнуть. Просто 2 пиздец. Рез. Ну тогда эти рвай в гильдии, блядь. У нас нет масс-реса. А, там 25-й нужен. Ну я понял, вопрос спросил. Ножиком рез. Не, у меня даже профессии нет на ДК, чтобы вы понимали. Нормально ты в рейды ходишь. Это твин, типа, забей. У меня 5 твинов, нахуй, на всех 4 про. Инжи, правда, нету. Да и нахуй нужна. Ну да. Кожевка топ-проф и алхимия. И кузнец Ювы. Ну как бы. Хуй знает про кожевку. Ну я на приста взял портнягу и чары еще. Самая топ это портняга. Готовьтесь сбивать аннигиляцию. Типа она может любому даться. Кнопка у вас появится, сразу жмите. Она полэкрана пишет, это что, блядь, на ком аннигиляция. У вас просто иконка появляется, этого заметить. Не заметить сложно. Просто надо это зергать и стараться быстрее эту сферу первую. Я прослакал, я не думал, что я добью. Да. Ну, так хорошо. Никто не знает, кто добьет. Просто что я... А потом... Бывает? Там уже половина каста прошло, пока
сообразил. Да, надеюсь, нет, органический там последним будет. Но они ж не будут меняться, по идее, да, уже? Чё, они ж в такой последний... Меняются только вторые. Третьи не остаются. Бля, у меня уже, блядь, ребят, коньяк кончился. У меня надо за коньяком идти. Ну, пиздец. У тренера есть коньяк, по-любому. Вискарь. Мы вчера, блядь, не выпили весь. Вискарь, я не хотел. И он вот так разошелся? Он оставил будущие тренировки. Ну там полтора литра, там двоих взяли, там хуйню пить. Че за вискарик-то был? Ну, Джим Бим, обычный. Яблочный или нет? Яблочный, да. А, яблочный Джим Бим, да. Ну, блядь, я что-то бурбон су брать. Мне кажется, говно такое ебаное. Ну, бля, это смотря где брать, знаешь, брать в каком-то алкомаркете, блядь, какой-нибудь, блядь, там, блядь, винлап, нахуй, шута, блядь, красно-белое, блядь, брать какой-нибудь пятерки, ну, такое себе, блядь. Аристократские разговоры об алкоголе, блядь. Я бы сократил вот это вот 30-секундное объяснение, сократил бы до 5 секунд. Ровно. И мои рассказы тоже, да, про фильм. Да. Твои сейчас бы на 4 секунды сократил. Не, он и так сокращает. Он сокращает 2 часа в 5 секунд, блядь. И у него потом еще перерывов нет, и он сразу другой фильм рассказывает, понял? Угу. Вставайте синюю метку. Так, что там, поели? Все. Что, гуляю? Баф, еды, Шепард. Жди. На пол ждите. Ну, то есть, таймер. Так, не туда пошел, сука, в другую метку чуть не спал. Один. Заебался водить пизду, я буду в луну нахуй стоять. Я тебе просто покадаю и все. %. На 1%. Электрический вышел, раньше набрали.
Аркрай добав, то еще бы рядом никого не было. Все отлично. Сферу, 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 сферу. Все. Восприятие сферу отлично. Шепард добав. Коба на тебе. Сферу свечнулись. А, Монки, ты на боссе. Сфера. Хожу добав. Я собью. На ком сфер... Блять, Монки, ты что, тебя заблутал? Да. Шепард добав. Сферу быстрее сливаем. Монки, у тебя еще остался? Да, я собью. Коба, у тебя после Монки. Локал добав. Жень, чуть-чуть подальше отойди, пожалуйста. Отошел. Все, спил. Спасибо. Коба, твой следующий, сферу добиваем. Хожу. Ты после Кобы, когда Коба скажет, да, после него будешь. Жу добав. Так, сбивайте. Сбил. Отлично. Хожу, ты следующий. Локал добав. Монки, ты после меня будешь. Хожу добав. Хожу, сбивай. Сбил. Следующий я. Типа Нида добав. Аркрай добав. Сейчас кто сбивает? Я сбиваю. Окей. Я сбил. Монки, твой следующий. Локу добав. Так, после Монки, у кого еще есть? У Шепарда есть, я видел. Сейчас Монки, да? Локал добав. Да, сейчас Монки. Да, добивайте уже, там процент. 3%. Сбил. Все, отлично, добиваем, просто осталось чуть-чуть. Степанида добав, если что, на тебя. Степанида на тебя. Органически вышел. Давайте Геру. А, под первый на шоет, это айсбаунд отдам, да. Отдашь айсбаунд сейчас? Да, под первое. Хорошо. Сейчас руны через секунду будут вставать. Руны как пошли. Закрою здесь. Монки, быстрее, закрой. Я закрыл. Танк, ты можешь не закрывать руны. Ну, просто, чтобы там кто-то где-то РДДшник будет, милики закрыли. Мне там, блядь, какая разница, развернулся или не развернулся. Все, тихо. 5 секунд. Степанида сейчас стянешь, что ли, еще раз? Руны пошли. Степанида, стягивай. Помогу. Нам еще один нужен. Еще один нужен. Я закрыл. Все. Все, тихо. 5 секунд, Арун. Поднимайте по ХП рейд быстрее. Понимаю. Кастует руны. В трусах еще двое. Закрой. Понятно, да? В трусах быстрее. Ну, мы слились. Блять, ну ебаный свет. Блять. Сказал же, в трусах еще двое. Блять, холипал, что с тобой не так, блять? Холипал, братик, нахуй. Да че ты на него-то орешь? С ним-то тут при чем? Он закрыл руну. К нам не пришел еще один. У вас там 4 же было. 4 руны, нас трое стояло, один не пришел к нам. Короче, я на квадрате стоял, 2 в луне было, и за треугольником 3 было. Крайт не успел. За треугольником было 4. А мне у вас там было всего 2. Мне 3 показалось, сейчас я смотрел. Короче, я за коньяком пошел, ребят, 5-7 минут там, пизду это. Блять, ну я хуй знаю, давайте перекинем, если это все сейчас надолго так. Давай, да. Давай допронос. Потом, да, я что, тоже садил. 11, я... Какой вам удобно день говорить тогда? Среда. Понедельник, среда.
Среда на сутках. Всем заебись среда, короче, да? Давайте среда. Ой, ебать, тут альянса сколько, ёпта, кто это ренегаты, блядь. Бля, какой допронос, давайте уже убьем вот этого хуйню туда, блядь. Да это сейчас долго, ты пока пойдешь туда, пока у нас... Ой, я туда не пойду, давайте сейчас убьем смотрителя, а дальше уже допронос. Ну давай, Розан, трайним. А, кто-то ливнул уже, да? Хожу. А, хожу уже ливнул, да? Да он в рейде. Бля. А что, ты не сможешь ДК в среду в 13? Я парам-пам-пам. Да, мне-то все равно, блядь. Ну, могу перекидывать. Могу в любой день, типа. Ну, это 100% как бы собираем. Да просто продавать. Хотелось бы уже убить этого дурачка, потому что, блядь, чтобы трэш не резнулся потом. Ну, опять тоже. Потом опять трэш чистить, блядь, ну, нахуй не нужно. Ну, тут не так дохуя трэша, но все равно. Так нам всего хватает, блядь, все убиваем, просто руны, блядь. Не, хожу, уже все вышел с концами. Ну, тогда все. Просто не везет с рунами, что он дохуя на одну сторону закидывает. Их всего 6 штук кидает, типа. Очень редко он кидает 4 в РДД-зону на одну сторону. Вот сколько мы ходим, блядь, за все время, может, раза 4 он это сделал, такую хуйню. И вот, блядь, в нашем трае 2 раза он, блядь, сделал. А что, а сколько в среду получается выходить? В среду начнем.